Доброе утро. Сейчас почти 9 часов утра, и я проснулась и получила аудиозапись чистки. И сразу прослушала, и очень тронута. Огромное вам спасибо от всего сердца, которое сейчас наполнено жизнеэнергией и позитивных вибраций. Да, я когда слушала тоже, я плакалась, был очень трогательный момент снятия проклятия. И я думаю, что я нашла и вопросы на свои ответы по поводу детей. И да, были, ну, забавные моменты, как бес принимал джакузи. Не бес, а черт, извините. Ну, у меня довольно живое воображение, поэтому я, ну, когда это представляю, это очень натурально в моем уме выглядит. Влад, Вера, огромное вам спасибо. Благодарю вас от всего сердца. И Ольге спасибо за переписку, за терпение. Я сейчас себя чувствую немножко растерянной. Ощущение, что я стала такой легенькой, где-то парю в воздухе сейчас. И как-то не хочется сейчас возвращаться на землю и начинать работать. И такое чувство, что пальцы и ноги немножко как подкалывает, я не знаю, как по-русски правильно выразиться. И тепло внутри. И да, я надеюсь, что да, я получу обратно свою энергию. О боже, сколько лет я без нее прожила. И мне очень интересно, как будет, когда я буду в полной силе. Да. Огромное вам спасибо еще раз от всей души. И я подумаю еще насчет вопросов своему высшему я. Да. И, может быть, проверочку тоже еще сделаем. Так что приятного вам дня. Спасибо огромное за то, что вы делаете это дело. Это вау.